Телеканал КРТ представляє. По поводу протесту в Білорусі посмотрим заявлення самого Помпео. Проведення президентських виборів у Білорусі 9 серпня викликає глибоку стурбованість. Вони не були ні вільними, ні справедливими. США рішуче засуджують насильство над протестувальниками і затримання прихильників опозиції. Ми підтримуємо демократичні прагнення народу Білорусі. Майк Помпео, державний секретар США. Обратите внимание, что Помпео – это представитель как бы республиканцев, можно сказать. И поэтому для того, чтобы мы показали, знаете, объективно и чисто по-журналистски обе стороны условно-американской политики, я думаю, что сейчас вот попрошу студию поставить еще заявление Джо Байдена. Я підтримую тих, хто закликає до прозорого і точного підрахунку голосів і звільнення усіх політичних в'язнів. Закликаю також президента Лукашенка поважати права мирних демонстрантів і утримуватися від подальшого насильства. Моя адміністрація ніколи не відхилиться від відстоювання демократичних принципів і прав людини. І ми будемо працювати з нашими демократичними союзниками і партнерами, щоб виступити єдиним фронтом, вимагаючи дотримання цих прав. Джо Байден, кандидат у президенти США. Друзья, я извиняюсь, Дмитрий, да, но да, вот это вот, мне кажется, тут одно заявление можно было там написать, там, не знаю, в 89-м году, да, когда там Чаушеску сносили. И вот написали его, и просто копипастить, ну, менять только там вместо Лукашенко там Чаушеску, вместо, соответственно, Джо Байдена, уже представителя структур того времени. И оно все вот одно и то же. Друзья, я вынужден просто прервать, потому Давай. Что я хочу показать вам конкретно видео, которое возмутило и республиканцев, и демократов, что они отложили все свои, уверен, важные дела и конкретно написали все вот эти свои там Фейсбуке или где они там пишут, вот эти вот посты с возмущением и порицанием тех негодяев-полицейских, которые загоняют, собственно, протестующих в рамки закона. Просто зверство какое-то, избивают просто в наглую. И просто ужас, что делают с обычными людьми. Но это точно не демократично, какой-то жесткий тоталитаризм. И объективно я смотрю, просто ужас какой-то, действительно. Ну, это я не знаю, это просто какой-то гитлеровский режим. Смотрите, что творят. Власть, ну такую власть действительно надо менять. Вот я смотрю на эти кадры ужасающие, что там творят, и это действительно ужасно. Сколько же там детей и женщин пострадало в этом всем? Смотрите, подходят просто ни за что. Люди сидят и просто едят мороженое, и подходят сзади полицейские, бьют без предупреждения. Обратите внимание, люди собрались на пляж. И даже вот с пляжными этими самыми, на детских праздниках, можно сказать. И даже этих избивают, смотрите. Вот просто шел человек с флагом, его избили жестоко. Забрали флаг, кстати. Флаг – это частная собственность, чтобы вы понимали. А сейчас в наглую засыпают всех слезоточивым газом или краской. Это не слезоточивый газ, это теплая вода. Они просто хотели помыться. Не надо вот этого вот вашей пропаганды, пожалуйста. Вот просто смотрите, что творит все-таки этот негодяй Лукашенко, который вот такой беспредел устраивает. Ну, я вот анализирую, и это действительно ужасающие кадры. И после этого, конечно же, судя по всему, нужно восстать. Нужно восстать на протесты просто зверством. Ну, мы, Дмитрий, поняли ваш сарказм, связанный с тем, что, конечно же, это... Я так понимаю, это все-таки Германия, да-да. Полицай. Мне тут подсказывают, что это просто нарезка из беспорядков в США и в Германии. И мы все-таки вот, анализировали, оказывается, просто это все демократия. Ну, смотри, для тех, кто здесь не в теме, вопрос это в том... объективно, что это все демократически оказывается. Давай я буду апологетом американцев и немцев. Я уверен, что американские, немецкие дубинки, они очень мягкие. Они почти вот, ну, немножечко, может быть, тяжелее, чем надутый шарик. И, соответственно, поэтому ими можно вот так махать и... Махатма Ганди, да, махать и по голове, вот как мы видели, и по мягким частям. А у и Лукашенко, конечно же, у Лукашенко... И немецких копов, они тоже какие-то мягенькие такие. Они не мягенькие. Такие, как у белорусских этих извергов.
Мы же понимаем, что это двойные стандарты. Да? И мы понимаем, что на самом деле Лукашенко, пускай он там ходит и сдувает пулинки из каждого, все равно это будет недемократично. В конце концов, что произошло с результатами голосования? Потому что он сдувает, несвежее не дыхание. Поэтому мучает людей. Что произошло с этими же результатами голосования? Они же на протесты начали выходить, как только закрылись избирательные участки. Какие у вас доказательства, что вы результаты сфальсифицированы, если результатов нет, а вы уже против фальсификации результатов? Это вот как раз наш сценарий еще 2004 года, когда накручивали истерию относительно того, что будут фальсификации, Янукович не может выиграть 100%, и сразу же Майдан начал собираться. Еще Центральная избирательная комиссия не начала заседать. Одну секунду. Давайте посмотрим в Минске действительно, что там происходит, потому что там тоже ОМОН работает в этом отношении, точно так же, как их условно немецкие и условно американские коллеги с правоохранительных органов. Ну, опять же, мы видим, как, собственно, происходит процесс, я так понимаю, блокирования митинга. Вот уже, я так понимаю, пошли стандартные светошумовые гранаты. Боевыми патронами никого, я так понимаю, не стреляют. Они кидали баллоны, газ распылялся. Да, граната. Может быть, даже светошумовая. А может, это даже пахнет. Резиновые пули. Радио «Свобода», откуда? Там был человек, он получил очень сильное повреждение. Интересно, мы увидели сейчас «Радио Свободы» микрофон, и почему-то этот микрофон всегда появляется там, где какие-то сложности, проблемы, перипетии. А вот как открывается больница, вот почему-то я не видел. Мне вот интересно, вот почему так вот мирные демонстранты берут и идут в атаку, например. И это зафиксировано на видео. Может быть, просто того корреспондента там быть не должно было, а он вдруг взял и появился. Можно я расскажу маленький момент? Сейчас мы видим уже другую картину, когда конкретно... Это же Next. Это видео Next. Они же как бы берут обрезанные видео и окончание фразы, условно говоря, и все. Или фрагмент какой-то фразы из середины вырван. Ну, видеофразы. Ну, безусловно, может, еще нет у нас такой, знаете, большой нарезки и такой жестокой диктаторско-кровавой, как это в Германии и в Америке. Может, просто там еще протесты относительно недавно начались. И именно поэтому мы еще не видим там такого разгула демократии и свободы, как это в Германии и Соединенных Штатах Америки. Там также не видит четко разгула демократии и свободы тот человек, которому выбили глаз в Париже пулей. Ну, хуже он видит, вернее, уже демократию на один глаз. Ну, это так, извините, отступление маленькое.